заставит вас покупать лекарства. А в целом это что? А в целом-то это вот, это продолжительность жизни. А кто из нас откажется жить чуть дольше? Да, генетически мы все запрограммированы на какой-то определенный срок проживания. Мы рождаемся с условием, чтобы умереть. Я думаю, что вы все это знаете. Никто еще это не перешагнул, не обманул. Никакая наука не научит человека быть бессмертным. Мы стареем, при этом мы болеем, и еще быстрее стареем, и снова болеем, и сокращаем свою жизнь.